Обещаю, что и вам. Ты бы его переодел, это у тебя этот шлем металлический, Дима, Да, в да. маке. Одень ему синий скин, синий этот. Чё, синий? Снимай. Камуфляж, Снимай, скажи. камуфляж синий одень к этому шлему. Он будет как этот ОМОНовец какой-то выглядеть. Из PUBG. Но прикольно выглядит. Нравится синий камуфляж. Ну, в сочетании с шлемом он реально как ОМОНовец. Ну, как раньше были. Сейчас я не знаю, черная, по-моему, форма. Так, самое главное, чтобы сейчас вертолеты, которые заспавнят пехоту, А мы что, опять за вновь меня не Америку? сбили. Ну ты лети на два. И заходи в спину, и все. Я так всегда делаю. Сейчас мы сквозь дебри. Опа. Блять. Так, я вижу корову, иду на нее. Вперед, посмотрите! Меня выбили. Во! Четенько. Одну забрали. Четенько. Иду за второй. По нам бьет! А кто это нас шпилит-то? Ну, вон корову стырит. Да это не она. Ух, хорошо как. Ты сейфся где-то. Сейчас точно. О, у меня перегрузки такие. Нажатие. Вот тут ватрушка. Опасность! Так, я 180 градусов! Тут угроза! Угу. Блять, у меня зак... Закончились. Отводы. Сейчас я... Дальше у меня получится хоть это слабить. О, отлично. Так, компенсатор чемпион, да? Да. Где он тут, блядь, чемпион, блядь, шпака не открыть, ну ладно. Хорош по вертикали. Газ. Да, свала, блин, рашит такое. Че, на D1? Я иду. Тут боты. Бля, только сейчас на руке у маки я обнаружил часы, блядь. Чего, когда я с К-30 бегал, он как не перезаряжался, их не видно было. Б1, все наш. А О, Е2, они на Е1 тоже С1, на С1 пытаются зайти на наш. Угу, С1. пошли, спину дойдем. А, вот, отлично. ТВшкой в лицо самое то.
Так, я на Е попрыгу. Они на Е2 все бегут, все толпой прям. Я уже на Е2. По-моему, вот половина. Ладно. Ну тогда так закинул вас на такой сервер. Угроза в этой зоне! Прямо тут! Да, звуковые патроны стоят. Ползает, тут ползает, да. Ага, все, он забрался. Что, пойдем еще добивать его? ВСС сраны. Ой, сзади, блядь. Блядь, за каналом там уже, блядь. Чё там, кис? Сзади на поле. Слышу его, но не вижу. Он там за камнем был. Да всё, всё, забрал. Орёт, что ли? Блять, наш камень разбился. Не, нормальные, слушай, патрошки. Какие? Звуковые. О! Трассер не видно. Ракета прилетела. Так, что у нас там? Погнали на Е1. Идем, идем. Он стоит, кто-то в наш танк стреляет. Танки срочно усиливать. Квадроцикл тут рядом. Сука, задавил его, реки. Я возьму. Вон на поле кто-то есть. Вон он. Метку. Он когда умираешь, он вообще был. Че он мне не показывает свои метки? Да вот он, там. Нет. Откуда? Блин. Сейчас, Дим, прилечу тебя. Да, уже так все. Надо было лежать. Чё ты, кис, Дима, я поднял. Бежит, бежит, бежит кто-то рядом. Вот тут где-то. Сам нас убил, убил, убил. Сам нас. Да, ну конечно. Бля. РПГ надо. Блин, я бы его уже забрал. Нужно перезарядить! Давай, ходим, не останавливаемся. На Е1. У нас уже едва захватили. Ну, тут пока, блин, санденсы, вертолеты. Банда в сборе. На веревочке двое. Настя, бля. Один у нас, один у нас. Сверху будет идти 100%. Блять.
Вот тут, вот тут, вот тут, сзади, сзади. Ага, а, иду. Сам быстро. Лежи. Легла. Она легла. Блять, разбейте оба. Мясо. Серьезно? Ну уж нет. Рука. Лежи, лежи. Ага. Алло, алло, что-то тихо. Что я тихо говорю, ну где что? Пусть спит. Рыба не в казарне? Не-не-не. Молодец, через. Бля, сегодня такой самый, такую маленькую серию сделал из двух кило, получается. Чувак одного поднимает. А я-то сама козырь не наблюдаю ему. Ему валил. Тут успевает получается резаться, поднимается, у меня заканчиваются патроны, начинает стрелять себя в пистолет заканчиваются патроны, блядь. Достаю нож, блядь, и там и вот это вот, блядь, когда сзади подходишь, блядь. Горло, блядь. Ну так что так все быстро, блядь, эта машина у меня получилась, блин. Что это за один? Его раздыбнуло, блин. Сюда. А еще раз я забегаю за этот самый, знаете, вот этот, как, блин, туннель сраный на этом, где, блин, на космодроме. А там чуваки, блядь, посуда, сука, я поле выгораю, это самое. Они там просто засели, блядь, сука, их хуй прикурили, блядь, я понимаю, что их может нет, но, блядь, скатри, сука, так тупо забегают, блядь, четверо стоят, и четверых сразу, блядь. Расхуячил, ты даже не понял, что случилось, блядь. Режим. Батя, мы в спине, так, походу. Так, вроде разыгрался. Ты вообще с... сначала не мог убивать. Карал полетел. Да, и лица, а мне тоже такая хрень есть, знаешь, на спец. Бегаешь, что-то блин, я что-то перестал, что за хрень? Да вообще, там, прикал на один играл. С пещеры на С1 заходит. Много данных. Сейчас я видео выложу, посмотрим, прикольно. Потому что вы до самого после получился, блин, да. Дрон. Угу, вижу, убили. Блин, ну и надымели. Их там много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, я просто ебашу в дым и все, блядь. И нормально, на полчаса. Да, ну и на полчаса надо пришли. Го, ну D1. Да, давайте сейчас я присутствую. Что-то наши оттуда наоборот ломятся. Слушай, он и поэтому по канату быстрее, да, передвигается. Да, да. Не умирает. Трое, четверо. Я прикрыл? Хорошо, прикрыл. Эффект, давайте, эффект. Неожиданно. Здесь вот, находим.
Бля. Бам, и все, бам, и все. Тут за это. Они с прохода все идут, с коридора. Какие-то патрончики открыл. Посмотрим, что они дают. О, блядь. Гай появился сзади всех противников. Повезло. Они на С1. Да убей. Очень много. Так, я на С1? Они с Б1 там хреначат что-то. Бля, с дробовиком сраным, блин. Просто в ад попал, бля. Мало того, что я через огонь прошел, там еще куча стоит. Я же сгорелся. Не подходите! Бля, гранаты, сука. Да, блядь, их не вижу, блядь. А они есть. А чё, когда на технике подъезжаешь автоматом, вызывается лифт. Бля. Гудок такой. Да, слон, все. Едем автоматом, да? Ну все, вся рыба наша. Дима, сядь за миномет. Что ты делаешь? Третий слот, садись, самый четкий. Ну да, спалить-то нас надо было. О, блядь. Слушай, Игорь, тебе бабайка говорит, что звук у него на стриме ваш всех жрёт, что ли. Типа наш голос гораздо сильнее. Это слышно, чем твой. Так, Жень, я чуть позже посмотрю. Да, я так. Вообще не слышно, как будто... Я смотрел стрим. Имит ли килобит или... Чувствую, это самое попытки сушить быстрее. И видео ты когда записывал с Хазарда, когда вспомнишь с этой с посылки разница. Ну, хорошо слышно. Может, у него наушники такие? Наушники. Вот сюда. Аккуратно. Да-да-да, в пещеру. О, он один лишь пришел. Сзади гранату кинул. Смотри, сколько их сзади! Ебать! Не стреляй! Да, убил. Четверых, сразу. Смотри, красава. Режим Рекса. А, ты смотришь видео, Дарим? Нет, я этот... Я четверых сразу. Мне это надо.
А у кого на стриме? У Лёхи или у меня? Не-не, у тебя на стриме, Игорь. А-а-а. Нормально, нормально, Жень. Слушай, а у тебя там FPS показано, это как ты так сделал? А это в настройках. Заходишь в настройки. Играм. Там сетевые настройки. А что сделал-то? Все, ну, спасибо. Настройка сети. Заходишь в общий поместить. Короче, это везде делайте с инфой, что хотите. Ну, ну спасибо тебе, Майер. Что инфа? Ну, типа, он нам сказал, что у Игоря там, типа, что-то там со звуком. У меня все было четко. Я смотрел стримы, свой смотрел. Все четко. Так, что там у вас? Ура, мне так все время ездит. Я то это сама я. Да, так разукрасили вот макет. Блин, я не думаю, просто про саблю. А у него есть вообще такой сабля, что, бля, скин, скин? Да, 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 да. Зелёный, а что такое сабля? Что, бля? На магнум и... Не, мне я имею в виду этот. Лучше бы этот скин разукрасили как-нибудь. Особенно. Будь здоровья. О, да. Корова. Вперед. О, блядь, кто-то работает. Если захватываешь точку, так Ой. Опустись на точку, вот олень. А подлетело ты сама, не опустился, да? Не дали. Да, есть такие. Я на подушке со скалы спускаюсь, походу. Поблазили из вертолета, да. По мостабельности, да. Ну и что ты тут ездишь? Наведение! Готово! Техника подбита! Чмо, блядь. Заряжаю!
Игорь, там сейчас пойдут уже через Б1. Чую. Еще с спины зайти. Через Б1? Да. Бегут. На С1 надо дальше. Иду к тебе. Со стороны лестницы. Собака. Родословная. Ну, с одной пульки, прикинь, убивает этот спан какой-то, блядь. Не, сфар хорош. И отдачу вообще убрали. Какой ДМ7 вообще? За канал этот сразу же. Давай гранатомет увидели. Сильненько. Стольным. Ууу, на Е1 убил. Как люди? Доставка гранат! И боты бегут им. Вообще барабан. За углом сидит. Парни, поднимите их потом. А, конечно же лежит. А чё метка не ставит? Осторожно! Получайте! Так, идем на Б1. Прям попробуем. Это нас стреляет. Один здесь есть. Машина, блядь. Чё ж стоит? Вам подарочек! Блядь, да как они так с воротами делают, блядь? Кашники, что? Приезжаю! Понятно, блядь. Нужно перезарядить! Никого. Ох, ебать! На, сука! Сняли, блядь. Он там. Аккуратно, там справа. Ой, хуя! Гранаты, блин, в коридоре! Забрал! Вот. За стеной сразу где? За стеной сразу. Блять. МП-9, хули. Выглянул, блядь. МП-9. Нам в лицо. Блять. Не подходите! Потом отдохнешь! Спасибо! Там продолжу! Так, по-моему, еще есть сюда. Так, что, куда идем, ребят? Через лифт на А1. А что у нас там? С1. Д1 пошли. Может быть, на Е спрыгнем. Я так не люблю эти точки, там техника нагибает. Пошли на Е1. По идее, точки для техники. А боты-то такие. Ну, на лету забрал бот. С пулемета. Ты с пулеметом играешь, да, вообще? Мне кажется, без компенсатора гораздо лучше стреляет. У него отдача. А ты поставил чемпиона уже? Танк. Танк, да. Приезжаю! Дал по нему. Да, блин. Я дал. Да ему там понты осталось, все. Зачем сделали? Дима, лежи. Выступы, если я. О, как тебя телепорт, ну. А я тебя не могу. Подняли. Здорово. Тебя телепортировало. Из Леха на подхвате. А, там Кондор прилетает. Кондор, да.
Ну, на этой технике, на этой точке всегда. Короче, техника. Зараза, я корову взял. О, вперед. О, я к тебе, Леха. Сейчас надо подор тут забрать. Душный, который. Поднимайся. Радио. Я попал. Радио с откатом. Но он сейчас, знаешь, ушел. Вообще нулевый. Снизу. Давай. Хорошо. Он бегает. О, нормально. Три. Он тоже разбитый. Помазался. Шара. Двое тут. О, мап стоит. 200 градусов. 60 метрах от моей позиции. Еще танк. Ага. Блин, застрял. Блядь. Разбежались. Боты кемперат уже, оказывается, он садятся на скалы и сидят, стреляют. Даже среди искусственного интеллекта. Танк на яйден, блядь. Танк, иди. На Димитра. Челика забрал. Крышка танк. Все, они его покинули. О, не, танк, хорош. Тендер. Забирай танк. Молодцы. Ага, понял. Где? Смотри, прям в тоннеле дыхери еще туда можно ебать. Ага. Уходим. Сейчас ребятам надо помочь. Тут танк наш. Прожали. Сонь. Ребята, вас забрать? Или дойдете? А куда нас? Смотрите. А что по вражеским? Я бы забрал. На два, можешь забрать. Давай, Дим, садись. Вот. Блин, быстрее, десантура. Все, я сел. О, Дима, ты решил проблему. Нерациональным способом. Вот это командная работа, блин. Он, наверное, внутри, тут один человек. Не, уже никого. Уф, там... Лесу бегает пожар. Опа, где-то в лесу. Все. Да, лесу бегает. В лесу? Попадаю тут где-то. Вот они. Вон он стоит. Забрал. И там еще один рядом. Так, стоит. Одного, да. Уехал. Ёбаный. Зашел. Вон, да. Убил. Его. Зенитка, нахуй. Там еще один. Зенитка, нахуй. Ну тебе, Дима? Дима, где инфу? Да, в другом этом, блядь. Да. Вот тут, внизу вот там. Справа уже. Вот тут в лесу. Угу. Я просто наугад ебашу, пиздец, нахуй. Да, не видел никого. А я вижу. Просто пугаю противника. Блин.
Так, что там по корове? Нет, ничего. Да один бы забрать. О, домашку забирает, F2. Погнали. Здесь. Ну, мразь, в контейнере сидит, блядь. Да, здесь кто-то бегал. Ага, датчик. Граната, ловите! Они в здании. Бойца подстрелили! Работает спецназ, бля. А смотри, прям в этом. Около двери на выходе стоит. Видел, бля. Промахнулся. Двое. Смотри, как надо. Нагарил. Дырку в стене сделал, убил, блядь. Прикольно. Хорош. Дима разобрался. Пригорки там есть. Еще тело. Где-то. Где-то там. Два тела уже. А, бля, вон, за елкой. Мы теряем людей! Поставил метку на меня. Женя, откуда? О, за контейнером просто. А, нормально. Блядь, я не знаю, как здесь эти метки, так что они не туда показывают. Ну, они через жопу сделаны, вот что я тебе хочу сказать. Не иду. Набежала жопа вообще. Ну вот тут же где и был, жаль. Угу. О, дыму и бежал. Да. Снизу был. Три человека еще. Уедем уже. Сейчас задолю кундром. Крова, чувака. Сука, лежит прям в здании. Где? Вот там нет. Вижу. На нахуй. Спецназ залетел своим. Еще Дима ОМОНовец. Да. Ой, бля. Не понял, кондор что ли у нас? Бёрд. Кондор на F2, а, где кондор. Метка? Он, метка он на... подлетает пока. Он вон в космосе. А-а-а. Да, точно. Секунду! Вон, падает. Опа, снайпер. Санденс на нас летит. Блин. Стреляй же в кадр, блядь, дебил, я ж на него выхожу. Да, взял. Да, плохо, когда человек. Гоу дадим. Чё, блядь, тут появился? Офигеть. Давай, Е2. Не хотите? Давай. Там, блядь, кондор работает вовсю. Я его накалю. Блядь, хуй да тут спуститься, вот мразь. Ой, это вообще кос.
4 человека. Танчик. Нормально. Лежит на контейнере. Вот. Блин. Двое вот тут, короче. Блять. За контейнером и на контейнере. Без этого самого. Заселись все, блядь. За кашу по камушку. Вчера полетел. Ой-ой-ой-ой. Да, походу. Кто-то вообще не видел. Плотно у меня сидит. А я чё, блядь, в разбитом контуре сижу, что ли? Вы чё? О, ну да. Да, можно выйти с него, Леха. Это они, знаешь, пытались сделать эту проблему с выходом техники. Была же раньше, да, не могли выйти. Видимо, что-то у них вышло не так, и сломали, короче, механику. Я это сломаю, парень, извините. Я буду нажать. Сейчас поле придут, как обычно. Одно есть. Да-да, с поле, вот. Это все наши дробовиками. Все боем. Дробовики такая херня, вообще даже вот ты слышишь барабан, но вообще не ваншотик. Блин. Откуда это шмаляет по нам? Скарф. С парашютом летает. Вон, сидит возле контейнера. Да их там с другой стороны тоже было. Я там. В контур заходит, когда я его. Что-то уйдет. Пиздец. Кондор калёный. Можно кондор взять, парень. Кондор свободный. А уже не свободный. Блин, давай забыли. А, понял. Кстати. Смотри, как расхитачим. Пошла жара. Неубиваемый какой-то чувак. Я не рву, что-то со мной. Я Кондор? Да не, Кондор. Кота. Вижу, вижу, вижу. Было бы С5. Бам! Хорош. Ну вот это. Это летит, блядь. Вот тут я. Что? Вот тут летит. 190 градусов. 40 метров от моей позиции. Чё лежим? Вот, бля, с МП-9 лежим. А вот, просто. Лёш, ты мне под, прям под нос. Прям под нос выводишь, а я ещё и у меня денег. Его черти. Лёш, ты что подсказывай мне, пацаны, я не могу. Хорошо. Если по шару я могу не видеть. Где-то у нас тут в упоре на меня наводится. Все чисто. А, вот, вот, прямо смотри. Вижу. Съел, блядь. Да, вон там тут летит. Вот он. Вот Стингер. Да, убили его Стингера. Юго-запад! Подлетит, там не пролетело. И один. Я не видел. В кустах, смотри, наводится. Дайте метку. Внизу. Будет, да? Угу. Не, другой. Тут, вот. Бля. Вот тут за камнем. Лежит. А вижу. Убили? Да, убили. Нет, вышли там. Блимочки-то зажимали, блядь. Поддержка с авиацией. Дима, лежи. О, кто-то стреляет тут. Возле тебя прям. Где-то здесь елка, блядь.
Где-то здесь. Так, эхо 2, возвращаемся. Угу. Вот он, вот он. Вот, летит, лег, лег. Да почему мне метку не показывают? Вот он. Всё. Вот сейчас ну, показал. Странно. Все, уходим отсюда, тут чисто. А, ты потому что ставишь метку тогда, когда еще у тебя экран, кто убил. О, кондор, 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 жесть. Сейчас прям. Она не работает. Там. Это... Блять, зенитка там еще ебашка. Сука. Машина, смотри. Смотри, на Б, на Б1. Выбил его? Да. По ней на ништяк, проработка. Давай забирай машину и на Е2. Ну, они что-то дыма сейчас ее. Где надо? Я не вижу дыма столько. Ну, кстати, машина там, моя, что ли? А, нет. Нет, 50-ка точно не моя. Как бы хоть. Мы ее разлубили. Во! Там! В камнях лежит. На, лежит. Вон ты будешь. Ты в ручеек прилег. К нам. И стреляет с пулемета. Возле меня прям. Да, 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 да. Вообще, блядь. Чепушило, бля. Убили? Да, его убили. О, сука, а тут отсюда. Во-во-во, прям под нами. Под нами прям. Жо. В лесу? Ну, а, почему мы проигрываем? Потому что мы херачим, а кто не херачит? Да скотобаза, блядь, да. Лис под тобой прям, Жень. Ага. Убили. Блядь, не могу. Вот, вижу. Отклонились. Вот, вижу. Вот, теперь да, вижу. Да, и мы проигрываем вообще капитально. Заряжаю! Танут. Еще тело. Нужно перезарядить! Ну это все, вот так вас стреляет. Ну уже все, да. Вон, съел, лежит там. С опушки. О, убил. Успел прям. В этих птицах. Тебя не засчитает. Это Леша, спасибо, Леша, ты повозил. Хорошо. Прям на тарелочку выкладывал, я знаешь, по сторонам кручусь еще. И че же где-то самое, где кто, блин? Лёша так подлетает прям, чувак, по макрогами все. Их уже по голову так гравить корпусом, прям таблицы. Да, да, да. Кстати, это тоже тема работает. Слушай, а мне кажется, для Умакея, когда ты стреляешь, погнали. Немного он в прицеле не так себя чувствует. Ну там написано у него при прицеливании какая-то у него там фича стоит. У него быстрее это самое, быстрее прицеливается. Да и что-то такого наоборот могу сказать, что... Не, у Макея, ну вот быстрее, как раз вот эта вот фича, это он быстрее это самое, быстрее прицеливается, то есть, ну, когда приближает. Про то, что контролить, что ли, потруднее у него. Калейдоскоп? Да. Да. Нормально. А чё это? 100 лет не играл тут. Поменять остановку. Ты кнопку себе не сделал? Нет. Да там просто и не сделаешь. Либо мастера, либо другого. Да там один ты можешь сделать, там легко это всё делать. Блин, ну если ты не делал мне раньше. В принципе, сейчас гайдов действительно дохера в Ютубе. Ну, блин, когда, знаешь, когда это, например, делать? Если в одно время хочется там поиграть, другое там работаешь, когда это им заниматься? Я по себе сужу, я не знаю. Так, я выхожу на А2. А я не вышел. Блять. Что он так это?
Непонятно как. Корова летит. Опасность! 20 градусов. Дистанция не близкая. Что такое? Сломалась игра, что ли? Опасность в поле зрения. Куда мне техника? Корова крепит. О, хорош. Подлохматились так. Тут народу! Да, возле этого небоскреба немерено. На один. Внизу. Я кто-то на улице. На вертолетик. Я смотрю, винты получает. Я помню прорыв здесь. 128. Ой, у меня зависло, я не могу перешкодить. Детали оружия. Да блять, ну не регать что ли волына? Один готов! Я вроде не его. Мне уже лучше! Ой, я его оружие взял. Как там не получилось, что ли? Забираем, забираем, ай. Ой, граната. Ох. Жняк. Да ну, о, ну, да, назад, так же. А, еще что дадим, еще раз. Сейчас я поднимаю, я пошел. Надо сейчас тебя. Лифта идут, по-моему. Да, идут там уже. С улицы. С другой стороны. Где же я с тобой был? Улицы вон. О, приехал. Ой. На них. Патронов нет, есть кто-то? Че, идем наверх поднимемся? Да. Сейчас вызову. Кто-то один. Бесконечно можно стреляться. Да, противник уничтожен. Гоу. Я не нажимал ничего. Подождите. Че я? Да ну и нахуй. Давай его сюда. Пошли на другой. Двое. Ну шесть человек, они меня не заметили. Блядь. По второму лифте чувак сидит, пацаны. Да? А, уехал вверх. Мы потеряли бойца. Я думаю, что еще. Распири. О, возле другого лифта. Сейчас я для них сишечку возьму. Где же? Сишечка, сишечка. Есть на крыше кто-то? Да. По-моему, уже нету. А он там. Нас лошат. Да. Кто? Стингер, что ли, у них на крыше.
Сзади вертолет на один. Стингер, стингер, стингер. Да. Блять, я не знаю, как они это. У нас два вертолета, оказывается. Угу. Опять, площадь. Стингер у нас заходит. Да ну! Только сели дадим. Ой, ой, ой. Не дали разыграться, блин. Сразу завершилась игра практически. Давай, можно и поработать. Да, то мы заражаемся. Вот эти причиндалы, которые это самое легкие на оружие, это вообще это просто трэш. Ну нахер их думали вообще. Забить был пропуск, все. Он меня только это самое, я повесил себе. Что-то было. На катрисе повесил себе этот самый красный был такой с дьяволом. Стрелок, а он мне попал. Ну, я видел на видео. Что, думаю, что кто-то, ну, смотришь на него, такой красивый, блин. Не то, чтобы на врага смотреть. Да, я тут повесил, думаю, блин, как я висел. Ну вот какая только. Кстати, в том туннеле, то, что видео забросил, блин. Вот там прикольно, это сама чуваки, блин, засаживаются. Пара надо троих, можно сразу, блядь, за это самое заебашить, то, блядь, забежать, то, блядь, расхуячить их, блядь. О, выкинуло. Лёх, а нет. Меня выкинуло. Дим, у тебя. Ты чего, Валера, зашёл, да, Валер? Тут... А что там, Валера? Что, в игре остались? Да. Мы в игре. Ты чё меня выкинул? Я решил тебе этот самый, у тебя получается, знаешь, что у тебя значок твой, ну, в команде, горит как временный и пишет подключение. Неплохо. Мне нравится эта группа. Все, сейчас вступил. Я подключение заново еще раз нажал. Эй, посмотри, тебе в команде был на Xbox. Как а меня? Да. А, ну да. Такое бывает. Слушай, а че мы этот? В обычной катке играем, что ли? Да, вспомнить. А че это? Ванильные катки. Так его знает. Он Лёха командует у нас. Лёха, а ну что мы играем в эти катки, а? А мы сейчас еще одну сыграем и пойдем. Нормально. Окей, Лёха. Видимо. Для разнообразия. Полезно. Еблан какой-то пишет мел за клапаном. Ну не ебет, не еблан. Это кто на топовое? Ван Дам. Пилот у меня нормальный попался. Сразу музычку включил. Красный скин у него. Я делаю. Хорошо, куда поедем? Вражеская а ты уже спрыгнул, да? Уничтожена. Я? Не-не-не, я вдруг. Обнаружена опасность. 290 градусов.
Дистанция не близкая. Там зенитка, по-моему, на 2. На 1. Техника трещит по швам! Да, не топовый пилот. Блин, ну зенитка, вот она, блядь, снизу, ёбаный в рот, стрелять в неё, ёбаный в рот! Да подай ты, заходишь и сразу видно, что что-то с тенями тут это, понятно. Тропаша меня скрыл за такого расстояния, вот замочил. Да ну на! Блин, был бы мне парашют зенитки, блин, а мне и так на. Оказывается, мне Сандерс, ё-моё, у меня F4 как раз была. Замерз? Пулечка не съезжешь. Нихуя прилетел, блядь. Там стелс долбит КПП. Поедем. А вот он уже. Он уже. Ага, стресс надо один. А, нет. Да-да-да-да, стресс. Блядь, сейчас будет ебашить мне. Падла. Блядь. Сейчас должна корова появиться. О, нет, стелс. Сука, где он? Он разбился. Он дебил. Сука. Ну серьезно. Ребят, может давайте на А2-1. Попробуем. Контур на этом самом, на Е1. Бей его. По-моему, сейчас ракета догорится. Подарить вас. Я так немного стреляю с этого ружья, блин. Бля, мы, наверное, не пройдем, там, блядь, на горе. Я думал, нас довезут. Вертолёты, думал, довезут. Чё вы делаете? Вертушку надо кому-то удар? Кто хочет полетать? Не-не-не, буду жить на один. Сейчас пока попробуем захватить. Вот это, Кондор. Жень, не хочешь полетать же? Кондор, где Кондор? Давай, сажусь. Давай. Не, я имел в виду за руль. За руль? Ну. Да я не, я такой летчик, я могу только тебе помочь подостановить. Посистить. Посистить. Посиси, да. Сиськи помять. Ты будешь рулевать, а я сзади буду сиськи. А вон джип поехал. О, ладно, он уехал уже. Блять. По дому. Смотри, аккуратно. А чё, много там? Да, там 2-3 человека точно. Сламывают. Сзади мы 20, там крутые типа. И теперь, да. Кто там валит, что расскажет? Кто там? Там тоже Коннор. Он не Коннор, а этот... Сара Коннор. Вертик. А это кто? А, понял. Ударник вижу. Коннор улетел, а он еще... У нас на базу идет. А, это Коннор? Нет. Так, да. Хуя. Нормально. Они какие-то пьяные, короче, второй уже подряд разбил. Что происходит, блин? Че это? Смотри, машина стоит. Она там, прям. Хорош. Меня втащили. А, у них это, танк вот. Блять, ебучий вертолет. А как он у меня ловится? А, я взломан. А мы не можем появиться там. А вон еще один, блин. Привет.
Ой-ой-ой. Надо один. Тоже могу стрелять, ребята. Где техника, блядь? Прямо по курсу слева. На а, вижу. Зенитка. И весь вертолет сверху. Вертолет ударник сверху. Ага. Ломбал нас. Нас. Ай, блин. Вырубишь его? Да я, блин, не могу, ты сам не вижу его. А, ты, наверное, на него... Вот такое их, получается, было. Потому что я на одного смотрел, который был со два. Блядь. Сука, прям. Чё-то твоя вот эта фигня ностальгии не ведёт по этим картам, да, вообще. Сейчас мы здесь поменяем, знаешь. Сбегнём просто... Просто-напросто. Против. А где резнулся, ехан его бой? Чё же здесь? Ой, петушара, подлетай, брат. Идём, дойди. Как там? По дому. А, вы там уже. Ага. Ну, спасибо. А, он стреляет с того самого, блин. Думаю, а как он в секретном режиме летает? Там дозер щитом аккуратно, блин, будет сейчас. А, вышел! Ой, я ушел. Сука! А, блин. Дозер, что там, забираем точку, не? Еще один куда прийти с базы. Враг уничтожен! Ударник, они попали. Граната пошла! Я там до хрена по лестнице. Вниз или вверх? На нас. Хуячи парим, ребят, они не долезут. Все, минус 3 по лестнице там сразу. По дозе, блядь. А, внизу, ой. Ну, точку забрали. Хорошо. А интересно, так, ну, дозер, могут тут еще там, так, если ты стоишь. А что тут придет, врач? Бля, не спавнятся, что ли, где-то у них маяк? Я не пойму. Они, может, в это... Подваливай. Сейчас через трубу обойду, посмотрю. Так, ну что, предлагаю С1. Заряжаю!
ты видел это, да? Где машину перевернул, другая машина, блядь, как в каком-нибудь форсаже. О, работают. Ой-ой-ой-ой-ой. Меньше гость, о, с такой дистанции. Возле меня прям много. Возле меня прям они прячутся за вот этим выступом. Я сейчас нагадаю сегодня. Их прям много здесь. Вообще. Один на меня лег еще. Получайте! Есть рядом кто-то? Наведение на цель! Не, Игорь, далеко. Задело кого-то из наших! Потом... Найди нового входа! На севере! Вас. Прикройте! Я перезаряжаюсь! Доставка гранат! Три человека тут, бля. 11! Ну тут на ступеньках двое. Внутри. Трое. Жесть. Я не смог зайти там просто, блядь, мясо нахуй. Да не, метки просто ставлю, чтоб вы знали, ориентируйтесь. Их 11 человек там. Предлагаю сделать диверсию на 2-1. Только желательно вертушка бы, блядь. Поехали, поехали, сейчас. О, там народу сколько. О, машина едет, машина едет. У нас. На! Машина через меня. Бежит, бежит пешком 12 там. К воротам. Минус. Ой, ракета летит. Ракета летит. Джип, машина едет. Суки. Блин. Засынаю, тропалю сейчас нет, дал. Ой, а кто нас этим отмыл? Вот тут снайпер, сзади. С калитки, по-моему, или откуда он, с угла. Бля, нас раму взломал, что ли? Да, и меня взломал. Вон он, вон, в стенке. Вот он. Угроза отмечена! Прямо тут! Вот в этой калитке. Вот он. Пойдем на лестницу. Человек там, я валяюсь. Не убили, чё? Вон он бежит. Вот он. Ой,
Убил. У вас спереди еще один справа. Сука, тебе могу спереди видно? Прям. Ни черта. Слева, внутри, блядь. Ох, короче. Все-таки вал, но ППшку не тянет. Да не, нет, тот же какой ППшка? Он в разделе ДМРки находится. ДМРки? Он нельзя на среднюю дистанцию хорошо вышел. Да. Это не штурмовка, не ППшка, это именно в разделе ППшку ДМРки. Нет, ППшку из него не сделаешь. Даже хоть там стволы ставят. Ой, граната. Где ты? Жесть. Тут опять ракеты попал ей прям в это лицо, и она не умерла. Лёх, ты летаешь? А, нет. Далее. Осторожно, буря! Да, хреновенько, конечно. Чё, погнали на... Опять не долечу. Да нет, так, это уже видно, после ты вообще... Да, ну это ясно, да, уже. Уже да. Вообще не то. Здорово бежит. Да, да, нормально. Ебать. На лету меня просто... почти убил, блядь. Пол въебал. Куда бежишь, Дим? Давай на один, на два, в ту сторону. Я патроны забрал. Блять, они тут везде стоят. Куда, блять, чуть смотри, везде стоят. Все, ребят, я на вас описусь. Сверху, вон у меня. Нам поддержка уже на один, на два. Не, с таким прицелом, блять, я даже попасть не могу. Матер, блядь, или чё это? Голограф. Естественно, блядь, кого же еще? Конечно. Стреляют уже, да. Туристы. Секунду, сейчас помогу! Тут один щелик где-то. Вот стингер, блядь. Еще снайпер тут. Сейчас ножа дам. Все, выкемперился. Тритон. Бежит еще один. Вижу. Ну, блять, у него, сука, этот свал, блять. Блять, спрыгни уже, тварь. Ну. Ебать. Пришел этот мстить, блять. Смотри, 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 со всех сторон, еще черт.
Где наша техника? Ударник, бомбами закидать это место. Ни коровы, ни хуя нет. Так, я на D1. Там кипиш какой-то. Суки. О, бабочки это, фига себе. Доиграю, делал перерыв. Да, ну тоже надо покушать сходить. Бля, сука. Ебать, уродский пострелял, бля. На мандат, бля. Ну, команда только сейчас раздуплилась, да. Что этот на сектор забирает. Фу. Ладно, ребят, давайте, я пошел, еще позже буду. Да, хорошо, я тоже. Да, я тоже отдохну.